Әгугай фестивалінің сахнасына тыңдарман сағынып қалған тағы бір әнші шығады. «Прочь тишину» деп аталатын әнін дәл қазір Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Айжан Нұрмағамбетова орындайды. Бұл туынды еш қашан тойларда шырқалмайды. Себебі оған үлкен сахна, жарық және әрине жақсы көңілгі қажет. Сегодняшним вечером буду капризной, ты меня не узнаешь. Вечеринка обычная станет сюрпризной, ты меня потеряешь. Мне наскучило плыть по течению любви, наш роман на исходе. Мне наскучило наше с тобой визави, это нынче не в моде. Прочь тишину, ты оставил меня одну. Ты украл у меня покой, я стала другой. Прочь тишину, к черту тишину, объявляю тебе войну. Ты украл у меня покой, я стала такой. Я на медленный танец приглашаю другого, ну и что тут такого? Я сегодня свободна и ему улыбаюсь, как могу развлекаюсь. Я из Золушки скромной выхожу в королевы, бесшабашно и смело. И сегодня прошу, мне не действуй на нервы, не твое это дело. Прочь тишину, ты оставил меня одну. Ты украл у меня покой, и я стала другой. Тишину, к черту тишину, объявляю тебе войну. Ты украл у меня покой, и я стала такой. Большая ошибка в моей жизни, мой милый, я нашла в себе силы отказаться от бреда за роскошным обедом, вот за этим обедом пожила твоей жизнью. Ну и хватит о грустном, за десертом за вкусным. Ты смущен и опрятен, мой сарказм непонятен, мне ж твой вид неприятен. Не устаю повторять, ты оставил меня одну, ты украл у меня покой, и я стала другой. Прочь тишину, к черту тишину, объявляю тебе войну. Ты украл у меня покой, и я стала такой, и я стала такой. Прочь тишину, ты оставил меня одну. Ты украл у меня покой, и я стала. Прочь тишину, объявляю тебе войну.